В воскресенье 13 марта во Владимирской области произошло два страшных пожара с погибшим и пострадавшим. В Лакинске около 8 утра загорелась квартира в многоэтажном доме на улице Текстильщиков. На место выдвинули 16 огнеборцев и 5 спецмашин. К их приезду наблюдался дым из окна квартиры на втором этаже пятиэтажки. Огнеборцы сформировали три звена газодымозащитной службы для спасения людей и тушения пожара. Из-за сильного задымления в подъезде жители верхних этажей не смогли самостоятельно выйти на улицу. С использованием спас-устройств были спасены 10 человек, в том числе трое детей. В то же время пожарные на трехколенной лестнице подобрались к горящей квартире и потушили возгорание. Пожар был ликвидирован на площади 5 квадратных метров. К сожалению, в ходе тушения на месте пожара был обнаружен погибший хозяин квартиры, мужчина 1964 года рождения. Дознаватели МЧС России устанавливают причины пожара. По предварительной версии, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем погибшего мужчины. В районе обеда 13 марта в деревне Исаково Судогодского района загорелся деревянный частный дом. Как говорят в МЧС, сообщение о возгорании было поздним. Так что к приезду огнеборцев здание горело по всей площади, а это 90 квадратных метров. Сгорела кровля дома, имущество, а также автомобиль во встроенном гараже. На пожаре пострадал 62-летний хозяин дома. Мужчину госпитализировали с ожогами кистей рук.